Фу-фу-фу. Так, вот он вылезает, у наш замечательный Юпитер. 11-го. Полосы видно, видно, спутники видно, красота. 11 августа 2020 год, 20:21 по Киеву. Вижу четко совершенно, даже на маленьком экранчике вижу полосы. Отлично. Так, сейчас ведем в курс дела. Справа это у нас Европа, по-моему. Вообще, касаясь Юпитера, два спутника. Слушай, как четко видно вообще Ио и Калиста. А Ганимед, по-моему, слева. Слушай, хорошо так получилось. Надо же, такая облачность нехорошая. Вообще, четыре спутника я вижу. Даже на маленьком экране Галилеевых. 635 миллионов километров до Юпитера. Полосы вижу совершенно четко. Какая прелесть. Обычно в дублях получалось либо снимать спутники с засветкой. Юпитер тогда становился просто белесым пятном. Видно, да, еще как светло, а? Красота. Либо при очень низкой светочувствительности, когда все абсолютно темно и только Юпитер виден, спутников не видно и не хватало света, тогда были видны полосы. А Юпитер все еще в облачках, там как раз на линии горизонта такая плотненькая дымка. Не позволяет нам. Так, это сейчас будет влезать в кадр. О, пошел первый спутник в кадр. Пошел Юпитер. Ты посмотри, вообще красота. Сейчас надо уточнить, что там по спутникам. Ты посмотри, вообще замечательно. А вон я уже вижу Сатурн. Алло. Да, точно, сам как догадался. Открой Стеллариум, посмотри. Там будет Юпитер у тебя виден уже сейчас на экране. Какие спутники, у какой последовательности? Справа от Юпитера далеко самое какое. Юпитер, да. И потом два будет рядом с Юпитером. И слева один. Я что-то забыл, как они. Нажми там, закрой, сынок, закрой сейчас Стеллариум, потом открой снова. Там сейчас он на настройках, я их на утро уже перемотал. Потом перезвони мне, когда найдешь, давай. А мы пока посмотрим, попробуем, по крайней мере. Навестись на Сатурн. Так, а как же нам его отследить? Совсем он еще блекленько виден. Вот он, все, заметил. Поймался Сатурн. Наш красавец.
1 355 000 000 километров сейчас до него. Алло. Нет, Юпитер мне нужен. Увеличивай Юпитер и посмотри, какой спутник справа. Далеко. Подожди, справа Каллисто и Ио, это прямо рядом с Юпитером. Какой из них выше, Каллисто или Ио? Слева Ганимед, справа далеко Европа, а там Ио, этот спутник Ио называется. Все, спасибо, сынок. Давай. Так. Выяснили, теперь бы не забыть еще. Так что ж ты будешь делать? Сейчас наведемся. Смотрим на это как на то, что мы предоставляем возможность Сатурну подняться выше над горизонтом. В менее загазованные участки. Через менее загазованные участки атмосферы Земли на него смотреть. Все, вот он наш красавец. 1 355 000 000 километров до Сатурна. Да, это, пожалуй, лучшие настройки светочувствительности, когда видно и кольца Сатурна. Но их-то всегда видно. Так, поехали, сейчас обозначим, где у нас что. По Юпитеру и снимем еще одним дублем, другими настройками. Конечно, лучший овраг хорошего. Но никто... О! Какую-то еще звезду вижу сверху. На экране, наверное, не видать. Ну ладно. Не будем зацикливаться. Так, где ты? Во, вижу. Это у нас, значит, Европа. Выбилась в лидеры. Каллисто у нас сегодня, как ни странно, не отщепенец в сторонке, а рядом с Ио и рядом с Юпитером. Вот они справа, сдвоенные. И слева... Ганимед, самый крупный спутник размером с Марс, что, конечно, впечатляет. Сейчас попробую резкостью поиграться. Глазам будет больно. Никак не получается навестись. Наверное, так лучше всего. Скорее идите.
не попадает. Что дальше его стянули все? Не попадает в кадр. О, вот так лучше всего. Справа это Европа. Рядом с Юпитером еще раз Калиста и Ио. Ну, полосы на Юпитере видны. Даже на этом маленьком экранчике вижу их. Ладненько, уже 10 минут, да, снимаю боксы. Сейчас еще одним дублем сниму. 11 августа 2020 год, Харьков. 20:32 по Киеву. Так, утром сняли Марс, Венеру, Луну. Вечером Юпитер, Сатурн. Чем мне замечательный день.